Памятник тысячелетия России отображает основные вехи и ключевые фигуры в истории нашей страны. На массивном нижнем ярусе гранитного фундамента – горельефы тех, кто прославлял Отечество. В группе военных, среди прочих полководцев и флотоводцев, фигура адмирала Михаила Лазарева и двух его учеников – Нахимова и Корнилова. Имя Лазарева носят улицы, проспекты, скверы, поселки и даже район побережья Черного моря. Это объяснимо. Михаил Петрович Лазарев – выдающийся российский мореплаватель и ученый. Родился в 1788 году во Владимире и был определен для обучения в морской кадетский корпус в Кронштадте. После завершения обучения в 1803 году 5 лет стажировался на английских кораблях. Это была обычная практика того времени. Когда вернулся из такой иностранной интернатуры, в звании мичмана прослужил еще 5 лет на Балтийском флоте, успел поучаствовать в 2 войнах – русско-шведской и в войне с Наполеоном. А в 1813 году лейтенант Михаил Лазарев получил назначение командовать фрегатом «Суворов», который отправился в кругосветное путешествие к берегам Русской Америки – Аляски. Он дошел до Аляски, встретился там с губернатором Барановым, в сохранности передал груз. Плюс еще он несколько рейсов совершил, ходил из Новоархангельска, по сути, столицы Русской Америки, на другие острова, там товары перевозил. А потом пошел в Перу, в Кальяу. Он в этом плавании открыл несколько коралловых островов, которых он назвал островами Суворова. Протяженность маршрута хорошо видна на этой карте. На путешествие ушло почти 3 года. По возвращении он получил повышение, но засидеться дома не дали. Вскоре он был назначен командовать шлюпом «Мирный». Это один из 2 кораблей, которые под парусами отправлялись искать Южный полюс – Антарктиду. Вторым кораблем управлял его соратник Фадей Беллинсгаузен. Экспедиция 19-го года, она именно для открытий. Это экспедиция в такой фундаментальной науке, но ее надо было собирать достаточно быстро, в том числе потому, что в документах эпохи звучит такой мотив, в документах организаторов экспедиции, что могут нас опередить. И честь открытия может достаться кому-то другому, и лучше с этим не затягивать. Указ императора Александра I однозначно требовал отплыть летом 1819 года. Нужно было во что бы то ни стало быть первыми. Эпоха великих географических открытий, которая началась с кругосветки Колумба, завершалась именно этим путешествием Беллинсгаузена и Лазарева. В начале 19 века Антарктида была последним масштабным белым пятном на карте мира. 4 июля 1819 года шлюпы «Восток» и «Мирный» вышли из Петербурга, а спустя всего полгода вплотную подошли к Антарктиде. Вот тут они увидели материк льда. Вот такое у них было выражение. Или «ледяный материк». Вот они употребляют 2 таких термина. И позже Беллинсгаузен, издавая уже книгу о путешествии, сделает очень интересное замечание, что, по его мнению, вот этот «ледяный материк», от которого отламываются айсберги, он совершенно точно определил, идет через полюс. Экспедиция проходила на парусных судах, которые в принципе не предназначены для путешествий во льдах. Однако наши капитаны Лазарев и Беллинсгаузен не только уберегли экипажи и корабли, но и проделали огромный объем исследований в самых разных отраслях науки. Лазарев, когда во время плавания на Антарктиду, он замораживал, набирал пресную воду в склянку и набирал морскую воду в склянку и, соответственно, сравнивал. И установил, что и морская вода замерзает, и, естественно, пресная вода замерзает при отрицательных температурах. Просто морской нужно чуть более холодные условия. Открыли несколько островов и первыми достигли Антарктиды. По возвращению снова триумф и повышение. Лазарев стал капитаном 2-го ранга, однако и здесь передышка была короткой. Когда американские контрабандисты стали докучать российским факториям на Аляске, Михаил Лазарев отправился в свою 3-ю кругосветку на военном фрегате «Крейсер». Если мы на Аляске, ну мы, в смысле Россия, строили школы, строили церкви, работали, что называется, с местным населением, учили его грамоте, всячески ему помогали, строили небольшие такие фактории, кирпичные заводы, ну и прочее-прочее. Ну как могли, то английские, американские контрабандисты продавали им порох, оружие, алкоголь в большом количестве и подстрекали местное население к бунту. Чтобы пресечь такие провокации, Лазарев пересек Атлантику. Снова берега Бразилии, потом Тасмания, Таити и цель путешествия – Аляска. Целый год экипаж крейсера во главе с Лазаревым защищал берега Русской Америки. С ним был его ученик Павел Нахимов, тогда простой мичман.
три кругосветки Михаила Лазарева – это рекорд парусного флота. Он бы дальше плавал на дальние расстояния, но его назначили командовать большим военным кораблем «Азов». В это же время началась очередная русско-турецкая война. Греция боролась с Османским игом, и ее поддержали Англия, Франция и Россия. Главное морское сражение произошло у острова Наварин в 1827 году. Флот турок вдвое превосходил эскадру союзников по численности. В полной мере это ощутил Михаил Лазарев, который командовал кораблем «Азов». Его экипаж дрался один против пяти вражеских фрегатов. В этом бою вместе с Лазаревым отличились и его ученики. Лейтенант Нахимов, мичман Корнилов и гардемарин Истомин. Любителям родной истории эти фамилии знакомы, но уже в других званиях. Я до сих пор не знал цены нашему капитану. Надобно было смотреть на него во время сражения. С каким благоразумием, с каким хладнокровием он везде распоряжался. У Лазарева была своя школа подготовки кадров. Он стремился воспитать своих офицеров высоконравственными людьми, которые уважительно относятся к матросам и всегда готовы их защищать. Как на известном памятнике в Кронштадте, который посвящен подвигу мичмана-дворянина, спасающего матроса. Оба погибли, но память об этом увековечена. Именно такую отвагу и ответственность за экипаж вместе с дисциплиной Михаил Лазарев стремился воспитать у своих подопечных. За доблесть в Наваринском сражении Лазарев произведен в контр-адмиралы. Награжден орденами сразу нескольких стран. Его назначили в должность начальника штаба Черноморского флота, что тоже закономерно. Он душой болел за техническое перевооружение. Одним из первых в русском флоте понял, что будущее за паровыми двигателями. Под его руководством укрепляли и Севастополь. Изучалась акватория Черного моря, составлялись карты и атласы. Он организовал библиотеку. Да, и причем он как-то говорил, что, дескать, чтобы отвлечь молодое поколение от праздных дел, понятно, о чем речь, чтобы они образованные были. Именно Михаил Петрович Лазарев воспитал плеяду выдающихся адмиралов. Нахимов, Истомин, Корнилов. Все они прославили русский флот и защищали Отечество. Были любимы матросами, похоронены в усыпальнице Владимирского собора в Севастополе. Они упокоились рядом со своим учителем, адмиралом Лазаревым. Сегодня это место поклонения и памяти о великих русских флотоводцах и подвигах, ими совершенных.